Всем привет, я на очередной рыбалке. Рыбалку начнем с прикормки. Сегодня забыл макуху, то у меня только горсть макухи будет. В общем, вот так, чуть-чуть. Как всегда, хлеб старый, что не доели дома. Ну и это дело надо залить водой. Перемешиваем это дело все. Вот так. Хлеба получилось больше, чем макухи. Добавляю вот такую универсальную прикормку чуть-чуть для запаха. Я уже на нее рыбачил. И также чуть-чуть Real Fish на карпа. Тоже горсть добавлю. А это все уже высыпало. Все. Еще водички надо добавить. Вот такая прикормка получилась. И вот такую прикормку можно и в пружины, и на подброс. Решил я сегодня половить на боковой кивок, попробовать. Но что-то с утра вообще ничего не берет. Утром было минус 4. Пока тишина. Ни на боковой, ни на поплавки. Иди сюда. Первый. Вот и первый карасик взял на мотыль. Вот он мотыль. Ах ты, зацепился за камышину. Опа.
красавчик, желтенький. Кстати, взял он на мотыль с одним белячком. Иди сюда. Опа. И есть. И опять на опарыш с мотылем взял. Маленький карасик клюнул вот такой. На боковой кивок рыбачил я вот на вот такую мормышку. Было две поклевки. Ну, не реализовал я. Сейчас перевяжу другую мормышку. Может, повезет. Привязал я вот такую мормышечку. Сейчас попробую на нее, подвешу сюда пару мотылей. Может, на эту будет клевать. Что-то оно не клюет. Переплыву сейчас на другое место. Перебрался я на другое место, где я обычно ловлю, так как здесь было занято, но здесь тоже мужчина не клевал. Так вот, по чуть-чуть только. Куда? Вымучил. Такой карась клюнул. Долго он не клевал. Ветер меняется уже третий раз. Удочку с боковым кивком у меня на 5 метров. Положил я вон на камыши. И вот так она стоит. Лодка движется. И она играет, удочка. О, наконец-то. Клюнул маленький карасик на боковой кивок. Ой. Большой карась не хочет клевать на боковой кивок. А маленький карасик клюнул. Вот видите. На мормышечку. И такой маленький клюнул.
поклевки сегодня такие нежные. Еле берет там за кончик мотыля, наверное. Два раза только что клюнула, дыбнула так только чуть-чуть и все. И бросила. На сегодня закончилась моя рыбалка. Рыбалка у меня получилась очень трудовая. Карася, скажем так, выманивал как мог, но все-таки наловил. Немного, конечно, но для марта месяца, и тем более утром было минус 4, перемена погоды. Завтра будет минус 2 ночью, а днем плюс 16. В общем, такая погода у нас непонятная, и карась отказывается клевать. Ни в камыше, ни на чистом, нигде. Но все равно, улов есть, покажу сейчас. Ну, а улов у меня на сегодня вот такой. Раз карась, два карась, три карась, четыре карась. 5 маленький и еще один маленький 6. Вот всего лишь на сегодня такой улов. Не хочет он сегодня клевать. Ну ладно, будем ждать тепла. А теперь посмотрите, почему рыба не клевала. Смотрите, горит костер и дым стелится вон по земле. Посмотрите. То есть низкое давление, упало давление. Вон, посмотрите, как все задымлено и стелится по самой земле. Вот поэтому рыба и плохо клевала. А на этом до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Пока. До новых встреч.